Нам поступил звонок о том, что в вашем клубе убили человека. Охранник был уже мертв и не представлял угрозы. А нападавший все равно задержался, несмотря на риск. Да он буховый был. Врубил режим Рэмбо. Как-то все очень сложно для случайного посетителя. Это сообщение. И у него есть адресат. Думаешь, если это мой клуб, то я тут всякую дичь должен воспринимать на свой счет? Только то, после которой трупы остаются. Он действовал по заранее продуманному плану. Он боялся, что его сообщение вы можете не прочитать. Я его не знаю. Наркотиками, да? Нет, он не торговал. Его использовали как курьера. Тебя сюда пустили, чтобы ты нашла тех, кто режет моих парней. Как он узнал? Кто это? Тамьяна. Сегодня отец звонил. В следующий раз ты должен будешь взять с собой больше. Я этот клуб на доске разберу, но найду этого ублюдка. А где эта комната? Это хорошо, что ты еще здесь. Ну, здравствуй. Все хорошо? Да.